новых клиентов, либо для новых партнеров. Смотрите, я уже зашла в кабинет человека. Захожу в левом верхнем углу, три полосочки. Наступаю. Войти. Вот я сейчас захожу на номер человека под номером, под паролем. Захожу на его страничку. Опять выбираю три полосочки, а личный кабинет на главную и спускаюсь в самый низ. У нас есть здесь делись реферальной ссылкой. Для того, чтобы сделать ее именной, нажимаем на карандашик. Вот тут на карандашик. И пишу, здесь можно создать собственную ссылку. Тогда вот вы тут после двух точек пишите просто Татьяна. Либо Татьяна с фамилией. Ну, в данном случае уже она созданная, Татьяна Аветисян, потому что я ее сделала раньше. Я выбираю ее и пишу обновить. Вот она обновленная. После этого я ее копирую. Link copied. И отправляю через любую мессенджер, который мне удобен. А здесь есть уже поделиться, но можно использовать и кроме этого. Допустим, Viber можно использовать, Telegram и другой мессенджер. Ну вот примерно так это работает. Надеюсь, была вам полезной.